Ковід примушує медиків по-новому дивитись на шляхи лікування, здавалось би, звичайних нездужень. Фахівці обласної клінічної лікарні констатують, пацієнти все частіше скаржаться на головний біль та мігрень після коронавірусної хвороби. Большой поток пациентов ведет с головной болью, и она стала тяжело поддаваться лечению, то есть какие-то сложные, труднокурабельные случаи. Во-первых, есть период тяжелых постковидных осложнений, которые включают опять-таки в том числе и головные боли. И плюс ко всему он может отягощать протекание уже тех проблем, которые были до ковида преморбидно у пациента. Лікарі радять уникати самолікування, адже в деяких випадках це може значно погіршити ситуацію. Как правило, вот беспорядочный, бесконтрольный прием анальгетиков, не целевых, которые показаны, приводит к тому, что у человека начинает меняться, это видоизменяться головная боль, которая жестко привязывает его, с одной стороны, к необходимости постоянно принимать анальгетики, и с другой стороны, он не может уже от нее избавиться. Это называется так называемые медикаментозные, индуцированные, абузусные головные боли, которые вызваны частым приемом анальгетиков.